Летний душ. В этот раз поставили образец высокий, чтобы люди понимали, какой высоты им нужно. Наш фирменная ручка замок двухсторонняя, можно внутри закрыть и снаружи. Трапик 20 на 40. Коврик, шторочка. И вот такая высота. Обратите внимание. То есть я, например, метр 70, практически под линейку. Даже вот так вот. Здесь установлен душевой набор. Эта лейка идет с баком. И вот этот спандер трубы, такой вот набор. Он дополнительно продается с кранчиком. И все такое. Воды еще надо набрать. Сейчас еще не набрали. Для проверки это бак 250 литров с подогревом. Самый большой всегда ставим, мощный. Вилка. Крыша прозрачная. Обратите внимание, специально, чтобы быстрее бак нагревался и здесь было светло. Вот. Размеры. Ширина метр. Ширина метр, высота до верха, до крыши 3 метра ровно, до бака получается 2,40, ну и минусуется вот эта вот система сантехническая. Длина 2 метра, бывает метр, 2 метра, 2 метра с раздела, самое оптимальное. Крючки в комплекте, мыльница, еще вон там крючки, чтобы мочалки повешать, то есть идеально. Летний душ. Обшиваем белым поликарбоном, потому что другие все прозрачные, сверху прозрачный поликарбон. Мощная надежная конструкция, которой можно спокойно мыться после трудового дня или в течение дня. Ну вот, например, в жаркую погоду мы разбавляем, со скважины приходится водой. Также можно еще врезать, если уж заморочиться сильно. Например, у меня врезано, как в унитазе, поплавок. Сама автоматически вода набиралась. Система, значит, полива, помывки, да, очень простая. Это ПНД-шные все соединители на 20. Здесь скручивается на 3/4 резьба, здесь тройник идет, здесь идет даже с внутренней резьбой, там с наружной, тут с внутренней резьбой 3/4. Здесь все 20 идет, ПНД-20, уголок. Еще одна с резьбой вкручивается в кран, и сам кран пошел на душ. Душ в основном применяется, если надо ноги помыть, детей или еще что-нибудь. А так вот, в основном, вот с этого, чтобы давление воды было сильнее и было удобно мыться. Вроде бы все. Так вот, вниз можно делать дренаж хоть куда. Вы же свою воду, грубо говоря, вода обычная из бака со скважины. Вот уже на ваше усмотрение. Можно просто отсыпать щебенки, площадку и сделать, чтобы вода туда вниз дренаж уходил.